Рассмотрим еще один вариант двойки из запрос-толчок. Запрос-толчок. Мы не делаем физо ради физо, то есть уже сразу же перекладываем на то, что мы можем использовать. Запрос-толчок. Пустыми руками. Это может быть боковой рубящий, боковой уракен через дальнюю точку. Если используем клинок, то разными поверхностями. Плашмя, фила фанса, фила дрита, либо укол. Важным элементом является, что мы не пытаемся сразу забрать, а устремляемся вперед. Первое. Плашмя. Вперед. Фила фауса. Фила дрита, режущий кромкой. И в этом же варианте вперед, а не сбоку, укол. И, соответственно, мы продлеваем движение в двойку. Раз, два. И здесь уже возможны разные варианты. Плашмя, плашмя. И здесь все будет зависеть от поворота кисти. Варианты присоединения. Соответственно, как это может быть, некоторые из вариаций в парной работе. Если мы не сместились, и у нас есть угроза рукой, то, соответственно, первое движение пойдет в руку. Ну и таким же образом можно, когда атакуют вас, ровно то же движение. Это не два движения, не раз, два. Это одно движение, полуторный ритм. И раз, и раз, и раз.